Знаете, было бы глупо, наверное, считать, хотя ученые спорят над этим, не спорят. Вот это вот, я не говорю Солнечную систему, а галактика, да? Это даже уму непостижимо, это представить невозможно. И глупо было говорить, что мы такие единственные, неповторимые во всей этой Вселенной. Поэтому, ну, мне кажется, где-то развивается наверняка жизнь. Может быть, такие же, мы же отправляли тоже какие-то импульсы туда, тоже, наверное, ищет собратьев. Хотя, ну, это здорово, если кто-то окажется, пускай прилетает. Пускай прилетят более мудрые, более добрые, научат нас уму-разуму, как жить в гармонии и счастье. Как говорил Лука, да, для чего мы живем? Для лучшего, сынок, для лучшего. Вот я верю в лучшее.